Казахстанская медиа-академия представляет. Медиа-репортаж. Доброго времени суток, я Макс Каспирович и Казахстанская медиа-академия. Сегодня мы освещаем благотворительный, инклюзивный, творческий конкурс без ограничений. Ну что же, давайте посмотрим на артистов, которые съехались со всего Казахстана. Всех сегодня видеть. Я очень счастлива находиться и разделить эту радость вместе с вами. Сегодня для нас особенный день. Мы готовились к этому проекту уже около года. Для меня это вообще потрясающе. Я такого конкурса не видела никогда. Это правда. Вот у меня мурашки вообще по коже, потому что все ребята очень талантливые. Нам было очень сложно распределить места, но мы обязаны это сделать, потому что это конкурс. Состоялся благотворительный, инклюзивный, творческий конкурс без ограничений. Этот конкурс направлен для людей с особыми потребностями. Мы планируем этот конкурс, чтобы был ежегодным и, возможно, что будет международным. Мы очень хотим, чтобы этот проект зарекомендовал себя как большой международный проект. Самый главный результат, на который мы нацелены, это убрать все границы. Меня зовут Лаура, мне 13 лет. Я сегодня участвовала в этом конкурсе. Я сегодня пела песню «Белые ангелы». Я пела сольно. Этот конкурс был очень классный, мне он понравился. Хочется поблагодарить от всех имени мам, родителей нашего центра, организаторов, за то, что дали возможность нашим деткам, деткам с ограниченными возможностями проявить себя творчески. Пользуясь моментом, хочу поблагодарить нашего руководителя театра Мухаммедшина Рината за то, что он работает с нашими детьми. Я хотела бы выразить свою искреннюю благодарность организации ТЭСА-фестиваль за этот удивительный, чудесный день, когда наши сердца полны любви, надежды и радости, и мы можем это показать и подарить детям. Наверное, это самое лучшее, что может сделать человек. Дети – это наше будущее, дети – это наше сегодняшнее, дети – это и есть мы. Сегодня был очень замечательный концерт, талантливый, красивый, добрый, прекрасные участники с светящимися глазами и горячими сердцами. Мне хотелось бы пожелать всем в мире радости, мира, покоя, здоровья, доброты внутри. И если есть возможность делиться этим с другими, чтобы люди всегда находили в себе силы и желание это сделать. Прежде всего, мне понравилось в этом проекте то, что в этом проекте не было отбора, да, то есть те детки, которые хотели бы попасть на проект, те детки, которые могут свои таланты показать, и они показали, да, а бывают такие вот конкурсы, на которые идут отборы, то есть отборочные туры. Организаторы отличились тем, что позитивные, помогали в трудную минуту, поддерживали. То есть, да, я очень доволен и хочу, чтобы организаторов, как бы говорить, отблагодарили.
Сегодня я исполнил хит «Неземная» Макс Барских. Я впервые за столь такое время вернулся в конкурсный пьедестал. То есть у меня было долгое молчание по поводу конкурсов. И вот сегодня такой вот камбэк, возвращение. И мне кажется, это получилось космически, эмоционально и очень красиво. Хотелось бы отблагодарить всех организаторов сегодняшнего проекта под названием «Без ограничений». Пожелать им дальнейших перспектив, удач, успехов. Мне сегодня понравился фестиваль, потому что мы очень классно выступали. Невозможно передать словами те эмоции, которые сегодня испытала я, и, думаю, все присутствующие в этом зале. Хочется пожелать искренне всем деточкам, всем родителям всего самого-самого теплого, доброго, светлого. Вы замечательные, вы невероятные, вы волшебные. Спасибо вам за сегодняшний день. Жасмин, мы также дарим дизайнерские украшения от наших партнеров. Приглашается на сцену представитель телеканала «Казахстанская медиа-академия» Максим Каспирович. Казахстанская медиа-академия – это развивающий развлекательный телеканал для всей семьи. Спасибо вам огромное, ребята. Вам скажу, наверное, главное – больше занимайтесь творчеством, больше выступайте, и тогда все будет хорошо. Всем спасибо. Наших детей, которые танцуют, выступления детей, которые показывают моду. Мне бы вам хотелось сказать, что каждая мама из этих детей, которых вы видели на экране, приняла сегодня участие в организации этого фестиваля. Каждая мама послала свою частичку сюда в виде любви, пожеланий и финансовой помощи для того, чтобы вашим детям сделать праздник еще лучше. Сегодня мы с детьми участвовали в конкурсе «Без ограничений». Я хочу сказать огромное спасибо организаторам такого конкурса, что предоставили возможность детям участвовать в конкурсе, показать свои таланты, познакомиться, пообщаться с другими детьми. Огромное спасибо организаторам. Письма благодарственные, которые мы подготовили абсолютно на каждую мамочку, на компании, которые пожертвовали деньги на подарки. Спасибо огромное. Я лично от своего сердца хочу поблагодарить организаторов сегодняшнего проекта. Также вот организаторам пожелать дальнейших успехов во всем, чтобы у них все получалось, чтобы у нас, у талантливых людей, тоже было желание выступать на этом проекте, чтобы все у нас получалось. Для того, чтобы быть артистом, мне кажется, необходимо иметь главное – рвение, ну и горящие глаза. Сегодня вы смогли лицезреть все эти глаза, сегодня вы смогли лицезреть главное – стремление, ребят, быть лучше и лучше. Мне кажется, что каждому из нас необходимо учиться. Я Макс Каспирович, это Казахстанская медиа-академия. И мы с вами присутствовали на благотворительном, инклюзивном творческом конкурсе «Без ограничений». Вы все видели сами. Медиа-репортаж.